Как показывает мой опыт, отдыхать любят все. Скажем, я был в разных странах. Некоторые умудряются отдыхать, и причем сделать это с образом жизни, даже в рабочие дни, если вы будете в Греции. То есть сиеста — это святое. Ну, там, летом никто не работает днем. Конечно же, праздники они тоже все очень любят, и у них тоже есть карнавальные дни. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы эти дни были нагружены какой-то культурной программой. Она по-разному называется: анимационная программа, культурная программа. Чтобы человек всегда нашел по своим интересам какое-то занятие в этот выходной день. Когда он не находит такого занятия, он начинает сам придумывать себе и в основном уходит в пьянство. Это, к сожалению. Наша страна еще до революции считалась самой непьющей страной в Европе. Нас научили пить. Даже Петр I, пытаясь научить страну, не смог заставить ее спиться, хотя он прилагал к этому титанические усилия, развивая систему кабаков, получая эти дивиденды с продажи алкоголя, то есть это из его подачи все. А раньше страна вообще была, это страна трезвенников была. Там были какие-то несколько дней, которые были посвящены, но они строго были регламентированы церковным укладом. А так страна сидела, ну, вот сейчас идет Великий пост. Это 49 дней, никто даже в рот не берет. Ну, понимаете, что такое в Европе, представить себе, 49 дней, никто не пьет, он не гуляет. Пиво не пьют в Баварии 49 дней, да вы что, с ума сошли, этого быть не может. Поэтому здесь у нас сейчас, к сожалению, страну уже приучили немного, там, особенно глубинку, нечего делать. Ну, не работают дома культуры, но стадионы в ужасном состоянии. Вот если бы все это приподнять, когда на стадионе перестанет расти трава по пояс, а когда там появится зеленый газон, мужики придут туда играть в футбол. И замечательно. Вот вам, пожалуйста, выходной день, а у меня футбол. Если у меня футбол, я знаю, что это такое. Это значит, я с утра встал, привел себя в порядок, зарядился, пошел, встретился с ребятами. То есть час-полтора у нас разминка, обсуждение. Пришли, переоделись. Так живет Европа. Едешь по какому-нибудь, там, допустим, вот мы Шварцвальд как-то пересекали на машине, 50% деревень имеет великолепный собственный стадион. И ты проезжаешь мимо, думаешь, ну почему же у нас-то не так? А там ребята играют в футбол постоянно. Вот это же здорово. У них работают везде эти дома культуры. У меня сын 2 года работал в Швейцарии. Я приходил к нему, у них, кто ему сдавал квартиру, у них собственный хор. Они собираются, поют, у них выходной день, это возможность встретиться, собраться и попеть. Вот если мы введем вот сейчас опять эту вот культуру отдыха, посещение, допустим, каких-то мест, но, ребята, надо в церковь сходить, полдня нету. Если вы соберетесь в церковь, в храм с утра, ну, на службу, пойти просто в воскресную службу, собраться, прийти там, красиво провести время, встретиться со всеми, поговорить на хорошие темы, отдохнуть душой, просто расслабиться. Без пьянства, без драк, без ничего. Но не бывает в церквях этих драк никаких. Понимаете, вот мы таким образом как бы начнем возрождать традиции отдыха. И слава Богу, что их будет много, этих дней. Но если мы их будем правильно проводить, потом, приходя на работу, у нас не будет недельного отходника. И у нас производительность в понедельник будет не такая, как в воскресенье, когда ее нет вообще. Потому что я помню, как у нас выходили мы из праздника, я же работал на заводе. Понедельник — мертвый день.